вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы нашли время в такую неприятную погоду. Вышли и дошли до клуба Алексея Козлова послушать бразильский джаз. И сегодня для вас будет играть ансамбль Эш, соответственно, бразильскую музыку. И начнем мы нашу программу с замечательной песни, которую написал величайший бразильский композитор Антонио Карлос Жобим. Называется она «Джинджи», и это имя девушки. Thank you.
Сейчас мы исполним авторскую вещицу, называется она «Samba do meu coração» – «Песня моего сердца». Thank you.
Спасибо. Ну, теперь мы исполним прекрасную босса-нову. Называется она «Мечтатель» или английский «Dreamer», есть такой вариант на английском языке, но я пою на португальском, я его безумно люблю. «Vivo sonhando» и написал ее Антонио Карлос Жубин. Thank you.
Спасибо. Ну что же, сейчас мы исполним еще одну песню от Тони Карлоса Жобима. Называется она «Эси Севла». Ах, этот ваш взгляд. Thank you.
назад. Как ни странно, еще одна песня Антонио Карлоса Жабина. Называется она «Ламент Мумо» – «Плач на холме». Плач мужчины, несчастного, брошенного, оставленного женщиной-мужчиной. Он пошел в горы и стал плакать там. Оплакивал свою утрату. Но мы решили, что аранжировка должна быть несколько позитивной, потому что бразильский народ верит всегда в самое лучшее и светлое будущее. Вот мы сейчас подарим мужчине светлое будущее. Eu já correu. Ai, eu me ouvi ver.
Thank you.
Спасибо вам большое, друзья. Сегодня с вами ансамбль Эш. У нас сейчас будет небольшой перерыв, и мы с удовольствием продолжим играть для вас. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжим, пожалуй. И сейчас мы исполним песню коренного жителя Рио-де-Жанейро. Песня так и называется «Самба ду Кариока». Thank you.
исполним необыкновенно красивую балладу. Называется она «Комиссар Джинову». Давай начнем все сначала. И написал эту прекрасную песню Иван Линц. Это композитор, гитарист, пианист, вокалист, в конце концов. Совершенно замечательно. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы сыграем немножечко грозную песню, называется это «Беримбау». Это бразильский народный инструмент, который сопровождает бои капуэра. Это такие дикие, страшные вещи. В танце люди очень сильно друг друга бьют. Сейчас мы будем сражаться за любовь. Thank you.
Maltrato, vou morrer.
Песенку называется «Доралис». Это имя девушки, в которую влюблен молодой человек, но Доралис не отвечает взаимностью пока. Молодой человек не теряет надежды на лучшее. Там, за холмами. Это история о бедняках, которые живут в трущобах, фавелах, Рио-де-Жанейро и мечтают о лучшей жизни. Thank you.
Oh, no.
сегодняшнего выступления мы исполним песню, которая называется «Телефон». Перевод, я думаю, не нужен. Это и не iPhone, и не Samsung, а обыкновенный стационарный, еще дисковый телефон, по которому звонил мужчина в один из бразильских городов через девушку-оператора. И наткнулся на этот самый голос. Влюбился в него и забыл спросить имя и личные контактные данные. Он ничего не знает, но страшно в нее влюблен. Thank you.
большое. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы хлопали и слушали. Это замечательно. Сегодня с вами был ансамбль «Эш». Позвольте, я представлю людей, которые играли сегодня для вас. Натилов в саксофоне, Азат Баязитов. На контрабасе Дмитрий Толочков. За ударными Ильдар Рафигов. За фортепиано, за рояром сегодня наш бенд-лидер, аранжировщик и композитор Игорь Надеждин. Меня зовут Анна Клесун. Я для вас пела сегодня. Спасибо большое. Приходите к нам на концерты. Мы будем вас очень рады видеть. И приводите своих друзей. Мы тоже их будем очень рады видеть. Спасибо.